Твои вопросы. Сколько лет вы уже учитесь в Эдмехе? Я уже перешла на 5-й курс специалитета. Скажите, когда вы поступали на 1-й курс, вы также накануне 1 сентября присутствовали здесь в зале. Точно так же выходил же Константин Михайлович, выходили деканы, выходил я и говорил, отчисляют. Правда это? Я вообще вспоминаю свой 1-й курс, и я с таким восторгом, просто я вот смотрела на все выступления артистов, я такая думаю, как я счастлива, что я здесь. И правда, прошествие вот большого количества времени, я 5-й курс уже перешла на 5-й курс, и я вот не могу наглотаться этими знаниями, которые нам дает преподаватель. Это просто очень здорово, это очень интересно, и правда говорят, что наш профессорско-преподавательский состав один из лучших в России. Если не секрет, еще один вопрос задам. Вы сказали 32 студенческих объединения, а ведь этими же объединениями руководят тоже студенты. Только студенты. У нас на любой вкус и цвет объединения, начиная от студенческого спортивного клуба, которого 4 сентября все познакомились более близко, патриотический клуб, танцевальные клубы, 4 разных вида. Студенческие советы общежития очень активно у нас работают, что у вас не только в ВУЗе будет интересная насыщенная жизнь, но и в общежитиях. Так что, если вы активны, если вы хотите занять активную жизненную позицию, то тогда вперед сюда, на этот этаж, в студсовет, к этому замечательному председателю. Еще буквально недавно в июне мы сделали ремонт в студенческом совете. И буквально на днях раскрасили красивую стену. Следите ВКонтакте за событиями. У нас будет интересный конкурс. Поэтому участвуйте, приходите в студенческий совет. Он здесь недалеко. Будем всем рады. Спасибо. Спасибо. Пойдемте, я вас провожу.